19 мая состоялось бракосочетание принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл. Для всех англичан это одно из самых важных событий года. Правда, не все были в восторге от того, что некоторые традиции столь грандиозного мероприятия были нарушены. Некоторые отметили, что и королева Елизавета тоже не казалась счастливой из-за брака внука, а фотография ее взгляда на новую родственницу уже стала мемом в сети. Тем не менее, сейчас обсуждается выбор направления, куда именно пара отправится для того, чтобы провести медовый месяц. Зарубежным журналистам удалось выяснить, что принц Гарри увезет свою новоиспеченную жену в Канаду. Они выбрали город Алберта и отель Fairmont Jasper Park Лыдги. Королевская пара отдала предпочтение очень уединенному отдыху. В распоряжении Гарри и Меган окажутся 6 спален. Отель гордится тем, что в нем останавливалась прабабушка и прадедушка принца, король Георг V с супругой Елизаветой в 1939 году. Как сообщается, охраной королевской четы займутся как британские, так и канадские спецслужбы. Они постараются сделать все, чтобы новоиспеченным супругам ничего не омрачило отдых. Изначально говорилось о том, что после свадьбы принц Гарри и Меган Маркл отправятся в Африку, чтобы уединиться и почувствовать себя единым целым с природой. Однако, по всей видимости, они изменили свое решение. Многие до сих пор обсуждают королевскую свадьбу, на которой оказалось в качестве приглашенных 600 человек. Однако далеко не все с радостью собирались на праздник. Бывшая избранница принца Гарри Челси Дэви, которой на протяжении 6 лет романа с наследником престола пророчили родство с главной семьей Великобритании, тоже получила право присутствовать на торжестве. Несмотря на то, что пара распалась, жених посчитал необходимым позвать экс-возлюбленную на праздник, где он произносил клятвы вечной любви другой женщине. Видимо, вежливость и хорошее воспитание помешало ей отказаться от приглашения бывшего ухажера. Правда, она посчитала лишним отправиться на вечеринку, посетив только официальную часть торжества. Принц Гарри довел бывшую девушку до слез накануне свадьбы. Теперь же у принца Гарри начался новый период, в котором нет места прошлому, а потому он собирается в полной мере наслаждаться возможностью проводить время в уединении со своей супругой. Как стало известно изданию TMZ, что в распоряжении ставшей известной на весь мир паре будут некоторые снаряжения и сладости, которые не так часто оказываются под рукой. Class Post 483986 подписчиков.